И днем, и ночью с мая 1968 года горит вечный огонь под сенью деревьев парка имени Пушкина станицы Северской. Это символ народной памяти о тех, кто отдал жизнь за мир и свободу. В память о защитниках Родины, героях Великой Отечественной войны. 9 мая здесь прошло торжественно-траурное мероприятие. Сегодня мы празднуем 79-ю годовщину победы над фашистской Германией. Мы приносим, выражаем слова искренней благодарности нашему народу, выставившему в жесточайшей битве, которые завоевали нам мирное небо, которые восстановили разрушенные города, заводы, которые выстояли, передали все это нам. В этот день я хотел пожелать всем нам мирного неба, здоровья и, конечно же, Божьей помощи во всех наших делах. Минутой молчания почтили память погибших героев. Казаки возложили гирлянду памяти к мемориалу. Венки и цветы принесли представители районных служб и ведомств, сотрудники прокуратуры и МЧС России, благодарные потомки, пришедшие поклониться и вспомнить о тех, кто подарил будущее стране и миру.